Вот песня называется «Аллах Акбар». Еще раз повторяю, она написана от лица советского офицера. Потому что в Афгане было одно время такое шуточное приветствие. Встречались, говорили «Аллах Акбар». Песня тяжелая, но я попытаюсь. Пылает город Кандагар, живым уйти нельзя. И все-таки «Аллах Акбар», «Аллах Акбар», друзья. «Аллах, Аллах, Аллах Акбар». Мне было тошно в жизни той, я жить как все не смог. Простился с верной женой, «Аллах Акбар», дружок. «Аллах, Аллах, Аллах Акбар». И над могилой отца заплакал наконец. Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, горит песок и рушится скала, и очередь наискосок дорогу перешла. Аллах, Аллах, Аллах. Аллах Акбар, пылает склон и перебит дозор. Видишь в атаку батальон, Аллах Акбар, майор. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Вы слышите, как мы поем, там в цинковых гробах. Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем, Аллах, 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 Аллах. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Бывает город Кандагар, живым уйти нельзя, и все-таки Аллах Акбар, друзья. Аллах, Аллах, Аллах.